Скажите мне, вы, люди, замечали, уткнувшись в телефоны и на стены, глаза собаки, полные печали, живущие возле метрополитена? Когда она лежит, потупив морду, как будто виновата перед нами, что от отсутствия породы ее не гладят добрыми руками. Ей нужно мало для поднятия духа, чтоб кто-нибудь из проходящей тыщи остановился и, коснувшись уха, ей положил под нос остатки пищи. И горько мне, особенно ночами, что не могу я, преклонив колено, забрать собаку с добрыми глазами, живущую у метрополитена.